Телеканал M-Television представляет ежегодная церемония вручения премии «Признание года 2012». Саш, скажи, пожалуйста, а ты когда-нибудь занимался йогой? Йогой? Слушай, так красиво, так чудесно. Я чувствую, ты у меня что-то от йоги. Вот такая красота, она идет мне просто так. Ты мне рассказывала, что ты вот в позу лотоса садишься, на шпагат. Ну, это не йога, это когда перепью, наверное. Ну, вообще, я думаю, что уже давно пора совмещать йогу и фитнес. И у нас даже есть такая номинация. Лучший йога-центр и фитнес-клуб. Внимание на экран. В номинации «Фитнес-клуб и йога-центр» представлены Body Gym, Power Plate, Prana, Йога-клуб Тибет, Гармония. Для объявления награждения победителей приглашается человек, который также помогает изменить нашу жизнь через творчество, делая нас красивее. Это модный стилист, имиджмейкер нашего города Ахметзянова Гузель. Человек, который делает реальностью наши затаенные мечты. Шура, у тебя какая затаенная мечта? У меня затаенная мечта вот эту ногу загнуть сюда. Не получалось? Нет, я думаю, с помощью этой прекрасной дамы мы это осилим, да? Ну, я думаю, что это позже, в гримерке попозже, вы попробуете. Попозже. Да? Лучший фитнес-клуб и йога-клуб года – йога-клуб Тибет. Йога-клуб Тибет. Привет, Тибет! Привет, Шура. Поздравляем. Ом. Всех благодарю. Желаю всем счастья. Жду всех в нашем замечательном йога-центре Тибет. Победитель премии «Признание года 2012» в номинации «Фитнес-клуб и йога-года». Йога-клуб Тибет. Мы, в свою очередь, хотим вручить статуэтку от Ахметзяновой Гузель нашему партнеру. Спасибо вам огромное. Ну а сейчас мы под бурные аплодисменты проводим моего соведущего. Он идет переодеваться в свой грандиознейший эпатажный костюм. И мы ждем тебя вновь на сцене. Спасибо, очаровательная Евгения. Спасибо. На этом наши сюрпризы для участников номинации не закончились. Решили вручить приз за самое большое количество голосов. И это ювелирная компания Sunlight. Приз зрительских симпатий. Мы хотим предоставить подарок и пригласить для вручения Зобову Инну, гастроном премиум-класса «Глобус Гурман». Принимаем заказы на фуршеты, банкеты и праздничный домашний стол. Вкуснейшие торты по домашним рецептам от шеф-повара, готовые и на заказ. А в качестве универсального подарка для всех – гастрономические корзины и подарочные сертификаты от нашего гастронома. Мы считаем, что искусство должно быть избранным. Оно начинается с еды. Глобус Гурман. Быть ценителем еды – это модно. Спасибо огромное, гастроном Глобус Гурман и приз зрительских симпатий. Телеканал M-Television представляет ежегодная церемония вручения премии «Признание года 2012». Церемония вручения ежегодной премии «Признание года» подходит к концу. Я благодарю всех друзей и партнеров канала, которые были сегодня вместе с нами. Мы работаем для вас и ради вас. И, конечно же, я хочу поблагодарить команду телеканала M-Television, которая помогает создавать для вас интересный канал. Это ведущие. Я прошу выйти всех на сцену. Лия Андреева, проект «Красивые и здоровые». Карина Борщевская, проект «Звезды экрана» и «Антигламур». Александра Старчак, программа «Модные новости». Евгений Лопатин, программа «Эвент. Лучшие события открытия города». Эля Масленникова, «Свадебный переполох». Злата Зеленина, «Детские выходные в Гёдзе». Оксана Ажиганова и Игорь Белов, чемпионы «Next». Ксения Соловей, Юлия Сергеева, «Школа маленьких поварят». Люция Жукова и Вадим Стоцкий, «Современный интерьер». Яна Янкович, «Фитнес-обзор». Ватолин Равиль, «Деловые новости». Романова Елена, Ольга Филон, Ирина Ильясова. Операторы канала Александр Соболев, Сергей Гром.
Гайнулин Марат и Крыжановский Иван. Монтажеры Николай Федоров, Арсланова Гульнара, Метелев Никита, Салихов Аяз, Бызин Антон. Технический директор Бегушев Альберт. И, собственно, я, Евгения Машко. А также я хочу вручить совершенно неожиданную номинацию диплом Лии Андреевой за 100-ю программу «Красивые и здоровые». И оператору Александру Соболеву за 3000 отснятых событий. Хочу поблагодарить Маргариту Хантемирову за проведение сегодняшней премии нашего креатора. Дорогие друзья, спасибо вам огромное. Мы рады работать для вас. И ждем вас на следующей церемонии. Голосуйте и становитесь участниками. Телеканал М-Телевижн, спасибо, ребята! Телеканал М-Телевижн представляет ежегодная церемония вручения премии «Признание года 2012». Развлекательный комплекс «Огни Уфы». Генеральные партнеры – сеть салонов кожи и меха «Крисида», ювелирный салон «Бип-мастерская Милорд». Официальные партнеры – ОАО «Башкомснаббанк», торгово-выставочный комплекс «Радуга-Экспо», компания «Аптос», безоперационные методы омоложения, центр света и посуды, компьютерная компания «Фермо», мясокомбинат «Сава», ресторан «Классик», фабрика декора «Фаде», «Кока-кола», корпорация праздника «Фарго», клиника эстетической стоматологии «Голодент», студия жалюзи и натяжных потолков компания «Мастер Декор». Автомобильный партнер «Лексус Уфа».